почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Искреннее удовольствие доставляет мне чтение детской литературы. И не потому, что я, можно пошутить, впала в детство. Нет, именно этой литературе, ее подбору и изучению необходимо уделять самое пристальное внимание. Что не говорите, а воспитательную функцию с литературы снять невозможно. Знаете ли вы, дорогие слушатели, книги «Умницы и красавицы» Кейт Ди Камилла «Парящий тигр», «Как слониха упала с неба», «Удивительное путешествие кролика Эдварда». В 2014 году она была удостоена высшей награды США за произведение для детей – медали Ньюбери. Я, признаюсь, буквально 2 недели назад познакомилась с ее коротенькими повестями о свинке Марси. И если вначале фамилия могла меня повести по ложному следу, то сам текст ни на одну букву не обманул. Это американская писательница, и это очень американская книга. Наивно простоватый сюжет, глуповатая, милая, главная героиня, а что ж вы хотели от свиньи по имени Марси, ни к чему не обязывающая веселость, глуповато восторженные персонажи, но главное – это тостики с маслицем. Вожделенная мечта нашей хрюшки и ее приемных родителей, мистера и миссис Уотсон. Даже страшно представить, с какой космической скоростью увеличиваются габариты всего счастливого семейства. Это уже вторая книжка про Марси. В первой она в переводе «Мила». А во вторую книгу вошли 3 повести. Первая – «Марси Уотсон спешит на помощь». Душераздирающая история о том, как Марси, испугавшись темноты, пришла ночью в кровать к Уотсонам. И в итоге стал проваливаться пол. А они на втором этаже, и находчивая Марси в итоге приводит спасателей. История, правда, забавная. Но любопытно, что никому не приходит в голову произнести обличительную речь о тостиках с маслицем. Нет, как и каждая повесть, Кейт Ди Камилла, и это заканчивается поеданием этого вредного в больших количествах продукта питания. Вторая повесть «Марси Уотсон едет на прогулку» повысит адреналин у любого читающего, убежденного, что свиньи не умеют водить машину. Беззаботная Марси за рулем. Смертельная опасность на дорогах. И, наконец, 3 повесть. «Марси Уотсон. Настоящая принцесса» и тоже динамичное приключение. Свинка в розовом платье принцессы в погоне за соседским котом генералом Вашингтоном. Весело и беззаботно. Добрые иллюстрации Криса Ван Дусена делают книжку Кейт Ди Камилла «Марси Уотсон. Настоящая принцесса» просто прелестной. До новых встреч. Дай почитать.